Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами в путешествии по книге Тейлим добрались до 73-го псалма. Итак, 73-й. Этот псалом читают, чтобы спастись во время массового бедствия. Это первое, что о нем написано в древних книгах. Всегда, когда какое-то событие затрагивает большое количество людей, читается этот псалом. Читают его также, чтобы спастись от страхов. Что еще? Вообще в 73-м псалме говорится о том, что люди задают себе всегда один вопрос. Почему процветают нечестивые? Почему страдают праведные? Это процветание смущает праведных, там, порочных, смущает умы, может привести к ослаблению веры. Поэтому этот псалом очень важный, у него надо вдуматься. Он скорее даже это глубинно-философский. Потому что на самом деле благоденствие всяких преступников – это сон. На самом деле, вот, когда они придут в мир грядущий, они увидят, что большие неприятности. Большие. Что еще пишут? Спасение от грехов написано и от вероотступничества. Когда человек чувствует, что что-то в этом плане не так, 7 раз в день читают этот псалом, это помогает. В книге Шемуш Тегилим Канмон, в древней книге, написано, что когда у тебя поднимаются сильно злопыхатели и враги, читая этот псалом, он очень помогает. Но все-таки большинство людей пишет, что шалом байт, для этот псалом, специфика его для того, чтобы мир в семье был. Шалом байт. Вообще, когда нет мира в семье, все это очень неприятно, плохо и нету ничего. Поэтому для возобновления любви, что говорят мудрецы, нужно мужу взять свою правую руку жены, сжать ее и произнести 9 раз. 9 это гематрия слова эмет, истина. Значит, 3 пасука 20, в этом псалме 21, 22 и 23 вместе. «Ибо исполнился горечью сердце мое» и так далее. Говорят, что это невероятное действие оказывает. Что еще? Рамхаль говорил, что есть 28 пасук в этом псалме, для меня близость к Богу благо. И он говорил, что мы должны подумать, что истинное совершенство состоит вот на движение к духовности, к Богу. И говорил об этом царь Давид. Для меня близость к Богу благо. Да? И в этом написана вся суть человека. И написал Рахмаль, ибо помимо этого, все, что люди считают благом, это пустота. И нет в жизни ничего настоящего, кроме близости к Богу, единения с Ним. И написано все 613 заповедей, ничто иное, как дорога к именно этой цели. И вот это все написано как бы, ну, сжато вот в 28-м переке. Ну, еще раз повторяю, для шломбайта лучше читать этот псалом, и тогда он помогает. Прохавы от слахам.